спасли от огня. В Коврове, в доме номер 11 на улице Киркежа, произошел пожар. Это двухэтажный деревянный двухподъездный дом. Открытым огнем горела квартира на втором этаже. По прибытию пожарные эвакуировали 10 человек. Локализовать пожар удалось за несколько минут. Были поданы 4 ствола, 4 звеньями ГДЗС. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Эвакуировано 10 человек. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара – неосторожность при курении. Имеется информация, что в результате возгорания без жилья остались 2 человека. Администрация города Коврова решает вопрос о предоставлении им жилья.